Месяц назад стало известно о том, что Наталья Сульянова и Влад Соколовский расстались. По словам девушки, отношения просто изменились, и теперь их связывает исключительно дружба. Пока неизвестно, насколько тяжело звезда Инстаграма и певец пережили свой разрыв, но похоже, Сульянова решила теперь больше времени уделять семье. Накануне она опубликовала фотографию с горнолыжного курорта «Роза Хутор», где проводит время со своим сыном и бывшим мужем. «Сегодня был первый серьезный спуск, дальше больше. Эх, если бы меня кто-то поставил на лыжи в раннем детстве. Моя сноубордическая карьера началась только в 22 года», — рассказала Наталья. На фотографиях и сторис видно, что Наталья и ее супруг, Анатолий Сульянов, учат сына Святослава кататься на лыжах. «Малыш уверенно стоит на склоне и развивает высокую скорость при спуске, но впереди едет его отец, который подстраховывает ребенка. Радостная мама снимает все на камеру телефона и комментирует происходящее. Напомним, что после скандального расставания с Ритой Дакотой Влад Соколовский принял решение и перестал афишировать личную жизнь. Даже после того, как ряд СМИ осенью 2018 года сообщили о его новом романе с моделью Натальей Сульяновой, певец продолжал хранить молчание. Влюбленные периодически публиковали фотографии с одинаковой геолокацией, но другой информацией в социальных сетях не делились. Месяц назад стало известно, что Наталья и Влад расстались. Об этом сообщила бывшая пассия артиста, отметив, что она все еще считает Соколовского близким по духу человеком и не держит на него зла. «Наши отношения перешли на дружеский уровень. Я очень ценю и уважаю этого человека. И он, безусловно, будет в моей жизни. Это обоюдное и осознанное решение. Ошибаются все, но не все готовы решать проблему, меняя себя и свой жизненный сценарий. Он в этом направлении движется, и у него получается. Желаю ему всего самого хорошего», — сообщила Наталья. Ранее Наталью неоднократно называли разлучницей, считая, что именно она увела Соколовского из семьи. Однако сам артист решил опровергнуть эти домыслы. «Она никуда меня не уводила. Отношения начались в конце сентября», — подчеркнул Влад. Сейчас певец старается проводить много времени с дочерью Мией, а также работает над новыми треками. Поклонники предполагают, что расставание артиста с избранницей может пойти на пользу его отношениям с бывшей женой, хотя о полном примирении речь вряд ли может идти.